отправить в стирку носок. Один носок. Он у меня очень быстро связался. Ну, вчера очень долго у нас не было света. И носок готов. Я хочу записать информацию. Второй вот так вот на спицах находится. Это Alize Wool Time. Значит, синяя пряжа у меня была на остатке. На спицах номер 3 я вяжу резинку на трио. А потом перехожу на 3,25. Но что я заметила? Во-первых, 3,25, возможно, все-таки нужно продолжать вязать на троечке. Мне кажется, Wool Time на троечке будет лучше. А может быть, на 2,75, не знаю. Сейчас я постираю, и мы узнаем. Как вот так вот выглядит носок. Alize Wool Time синяя у меня остаток. Это очень красивый цвет нави. Вот те, которые однотонные, очень красивые. Мне он прям нравится. Серый. Из этого серого я связала себе свитер регланом сверху. Есть у меня на канале видео. Здесь еще есть маленький остаток, но я решила, не буду его вматывать. Сюда оставлю уже два цвета. Так. Значит, выводы предварительно до ВТО такие, что нужно было все-таки выбирать спицы меньше. Здесь, например, 2,5 резинка и тройка, все остальное полотно носка. 22 ряда я провязала резинки. Ну, так получилось, ниточка закончилась, вот 22 ряда и провязала. Здесь, наверное, уже буду подстраиваться на втором носочке. Дальше. Все решила в этот раз зафиксировать маркерами, и здесь это видно. 10 рядочков, 20 рядочков и 25. Всего 25 рядов я провязала на 60 петлях. Это большой размер, 45-46. Я предполагаю, что это окей. Но мне кажется, длина у меня здесь больше, чем нужно. Я сейчас замеряю и посмотрим. Так, и начала, значит, так, вот здесь мы были. 25 рядов я провязала. 25 рядов, так, оп, видно. И начала ввязывать пятку. Вывязала пятку. Здесь не обошлось без такой вот проб. Ну, это плохо подтянуло. Я сейчас до ВТО опять затяну туда, вот так вот ниточку проложу. И после ВТО он в стиральной машине с таким температурным режимом и всем остальным, я считаю, оно немножко там спутается, ниточка. Дальше, после пяточки я провязала буквально один такой ряд, когда мы уже закончили вывязывать пятку. Провязала один ряд, одела маркер. И дальше серым 10 рядов. И после того, как провязала 10 рядов, начала вывязывать хеликс. Тоже по 10 рядов отметила. Так, раз, два, три. И здесь 5. Итого 35 рядов хеликсом. 10 просто серым и 35 рядов хеликсом. Итого 45 рядов после пяточки провязано на стопе носочка. Дальше синим цветом мысок. Начинаю закрывать мысок. Я провязала один, я думаю, что один ряд как бы так без закрытия провязала, чтобы просто перейти уже на синий цвет. Потом я провязала, закрыла один ряд, два ряда без закрытия. Закрыла один ряд, два ряда без закрытия. Потом я сделала следующим образом. Закрыла, не закрываю. Закрыла, не закрываю. Закрыла, не закрываю. То есть три раза чередовала. И дальше, вот где я повесила маркер, просто уже закрывала в каждом ряду. Мне просто было интересно посмотреть, сколько у меня займет мысок. Ну, мысок занял много. Много занял мысок. Я считаю, что можно как-то меньше это делать. Не знаю, какой-то он большой, что ли. И здесь осталось у меня 6 петель. Вот так вот. 6 петель. И я их закрыла иголочкой. Ну, вроде бы ничего, так закрытие дополнение. Не знаю. Вот они, эти 6 петель. Видно, да, между закрытиями ленточными. Вот здесь переход такой идет.
как будто бы петля в петлю шов. Вот так вот выглядит. Все, такая информация. 22 ряда резинка, 25 рядов сама высота носка. Ну, тут нужно плотнее затягивать. Вывязываю пятку. Дальше серые 10 и 35 хеликс. Итого 45 длина до закрытия мыска. И вот то, что мне кажется, что все-таки это в пряже попадаются вот такие черные ниточки. Ну, я не сильно спешу их выпускать, доставать. Потом можно будет достать. Конечно, хотелось бы мне, чтобы они немножко подсели. Я сейчас замерю. Посмотрим. Есть это 45 размер. 44-45. Вот мне нужен 46. Хотя, может быть, и нормально будет на 46, да? Вот здесь клин подъема. Правильно я понимаю, что нужно было здесь, чтобы это все не тянуло, вывязать клин подъема. Но здесь такая ширина огромная. Зачем здесь еще делать более широко? Ну, вот такой носочек. В принципе, Alize Wool Time – это возможность связать носок за вечер или пару за день. С утра провязали и с вечера закончили. И быстренько в стирку. Если есть светло, то быстренько в стирку. Если нету, то и так хорошо. Так, все, записала информацию, отправлю стирку, и уже, наверное, когда свяжу вторую пару, второй носочек, я покажу готовую пару. Будет лучше так. Сейчас это просто информация для того, чтобы правильно мне связать второй носочек, чтобы на что-то ориентироваться.